Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем смотреть Madness Combat. Да, вот этот вот мультсериал, я прошу прощения, предыдущей серии сказал, мы продолжаем играть, ребята, но это, знаешь, блин, чисто привычка, потому что я толком реакции не смотрю, но вот этот мультсериал, он вам капец как зашел, вы меня очень сильно просили, поэтому, ребят, конечно, я не могу вам отказать. Сегодня у нас будет предпоследняя серия. Да, друзья, блин, остается все меньше и меньше нам эпизодов. Блин, как-то даже прощаться не хочется с этим мультсериалом. Притом, смотри, самое интересное, что вроде как плейлист Madness Combat, да, последний раз обновился 10 января 2021 года. Так что, возможно, мы скоро увидим следующую серию. Серьезно, вот этот вот... Вот игра Friday Night Funkin', вот этот хайп, он, мне кажется, даст 100% новую жизнь мультсериалу. Так что мы с тобой, конечно, посмотрим, будем следить за этим всем. Вот, остановились мы с тобой на том, что... А, ну да, ребят, конечно, предупредить хочу, если ты слишком впечатлительный, лучше не смотри этот мультсериал. Вот, потому что тут драчки, полная жесть происходит. Ну, а кто остался, ребята... Значит так, остановились мы с тобой на том, что Хэнка все больше нет, Трики тоже убили, появился аудитор, который очень сильный, Джебус, не знаю, ребят, выжил, не выжил после последнего, так сказать, батла с аудитором, ну и еще вроде как живые Сэнфорд и Деймос, но я не знаю, ребят, они появятся, не появятся, я просто вижу, тут самое интересное, ребят, так, сейчас, секунду, записывается, не записывается, я смотрю, да, все записывается, отлично, блин, у меня тут... Ай, ну что это такое? Короче, смотри, братишка, вот если чуть ниже посмотреть, приходится вот так вот делать, ребята, блин, то у нас есть еще эпизод 9.5, то есть сегодня мы с тобой посмотрим 9 и 9.5, почему он, кстати, именно последний, вот. Мы посмотрим две серии, ну а завтра уже закончим. Но не переживай, потому что я нашел еще игры. Я нашел еще игры Madness Combat, так что, ребята, будет у нас продолжение 100% на канале. Ну и давайте смотреть девятую серию. Девятая серия агрегация. И что тут Сэнфорд и Деймос сразу? Что? Это же не филлеры. Значит, блин, они играют ключевую роль. Вот что это значит, ребята. Они куда-то гонят. Блин, как они круто. Я не знаю, мне вот просто мой любимый персонаж, серьезно, я не знаю почему, но он мне очень прикалывает, такой Сэнфорд, прям обожаю его, серьезно. Так, начинают стрелять наши агентики. Ох, блин. Мне аж показалось на секунду, что это Трики там. Ну, это типа огонь. Тут белый огонь, не красный, потому что был бы переизбыток, наверное, красного всего. Тут именно выделяется кровь красным, ну еще и желтым. Да, вот инженеры. Я там, кстати, неправильно в предыдущей серии еще так... Ух, черт, как это все выглядит, а, ребята? Опа. Сэнфорд решил немного рыбалкой заняться. Ох, так рыбка пошла на крючок. Блин, как это круто. Как это круто выглядит, ребят. Они уже, в принципе, один раз выручили Хэнка. Вот. Мне кажется, они сейчас его едут... Да, они его едут спасать. Едут, переедут. Одного переехали, правда. Прием, база, все, берем Хэнка. Блин, а как его только восстановить? Тут же... Джебус, кстати, уничтожил же. Блин. Да, пусть будет так. Что это? А вот и Джебус. Офигеть. И меч Джебуса, да? Задел. Что? Офигеть, он надел вот этот нимб. Ну, если честно, дело пахнет керосином, пацаны. Прям реально. Ты видел, как они Хэнка бросили? Что-то не похоже, что они его спасать-то будут. Блин, как дерется Сэнфорд. Я не знаю, он просто любимчик у меня. Ребят, напишите, какой у вас любимый персонаж в этом мультсериале. И, кстати, серия эта вышла, прикинь, в каком? В 2011 году. Вот мы сейчас с тобой ее смотрим. 2011 год. Тем временем. Аудитор с черным таким огнем. Оу! А он их... Ага. Окей. Они не понимают вообще, что он хочет сделать. Так, типа, проходите. Ух!
Но это же было не обязательно, но окей. Ох, мама мия. Вот это что за гигантские агенты, ребят? Что это? Кстати, мне написали в комментариях... ребят, написали мне в комментариях то, что один братишка, в общем, на русском ютубе, на русском ютубе, в общем, русскоязычный, он выпустил ролик «История Madness». Мне уже поскидывали ролик, вот. Я думаю, обязательно посмотреть его, но там очень много спойлеров. То есть он все вообще вот описывает, рассказывает, что да как, потому что я все равно как бы, ну, чуть-чуть недопонимаю. Вот, я думаю, надо посмотреть будет. Но это после этого всего, потому что, видишь, первое впечатление теряется. Конечно, не очень иногда прикольно, когда ты тупишь, да, не понимаешь, что происходит. Так. Но, в принципе, мы что-то понимаем. Вот на заднем плане, что вообще происходит. Так, Сэнфорд у нас тут нормально так разбирается. Деймос, ты тоже нам покажи какой-нибудь класс. Супер-класс. Супер-класс. Да, Хэнка, наверное, все-таки немного подтащить стоит. Вот, и это какие-то агенты, видишь, у них прям огонь какой-то такой. Крутыши. Не, ребят, вам лучше сдаться, нафиг уходите отсюда. Они, конечно, не такие... Опа, 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 сейчас будет жестко. Нормально прикрывается Хэнком. Ну чё, норма? Так, так, он... А, он говорит, типа, иди за этим, охренеть. Ой-ой-ой-ой, у нас что-то вообще ЧП какое-то, мы разделились. Так, он засовывает в машину, может он... О май... Ва... Нани! Ни хрена себе, так, чё-то мне как... Блин, их сейчас убьют! Нет, только не Сэнфора! Блин, на самом деле, как бы я не прям супер люблю Деймоса, но, блин, сейчас мне его капец жалко, ребят. Надеюсь, он в следующей серии, конечно, восстановится. Блин, только не Сэнфора. Пожалуйста, пожалуйста, не надо! Нет, нет! А, нет, нет, они убегают. Да, ему руки чуть-чуть поранили. Так. Слушай, это какие-то крутые прямо... О, боже! Охренеть. А... Охренеть! Это Хэнк? Погоди, его засунули в какую-то машину? Как-то это, по-моему, в комментариях написали, типа... Вот еще были типа инженеры, но их неправильно назвал. Это типа были солдаты АТП. Вот, есть АТП-инженеры, есть солдаты АТП. Типа АТП это ускоренное что-то... Как же оно? Ускоренное обучение как-то вот... Блин. Рука у него, что это вообще с рукой, блин? Это что, прототип уже получается? Вдохновлялись немножечко? Прототипом, там просто тоже такие мутантские руки, там Алекс Мерсер тоже помню. Кто помнит прототип, ребята? Он их поглотил нафиг! Продолжение следует. Погоди, что значит случилось? Погоди, и он труп... А он не всосал, погоди, Деймоса. Где Деймос? Погоди, Деймос вот лежит, Сэнфорд недовольный, то есть, видишь, он как бы с аудитором сражается. И смотрим. А Деймоса-то он не это, не втянул. Он появится в следующей серии обязательно. Так, ладно, друзья, давайте сейчас... Перейдем на следующую серию, 9.5. Тоже, друзья, следующая серия. Я так понимаю, это все-таки филлер. Вот. Ну, дополнительный эпизод. Но самое интересное, 3 октября эта серия 2020 года выпущена. То есть, заметь, посмотри, как анимация... Слушай, сюда, хакер! Хэнк должен выжить или что-то сохраниться? Ох, и наконец-то формат 16 на 9. Наконец-то, а не 4 на 3. В общем, посмотри, как улучшилась рисовка. Боже, это круто. Мы сейчас в каком-то, видимо, потустороннем мире, где... Чего, блин?
Что происходит? Он в зомбака превращается. Хэнк? Воу. Так, ну тут я точно уже ничего не понимаю. Так, инженеры. Идут в бой. Агентики тоже у нас тут. Вот, это АТП солдат. А, солдат и солдат. Все понимаю теперь. Понимаю. А, он идет за тобой, Хэнк. Трики! Да ладно, тут трики, ребята! Вот это жестко! Даже после смерти Хэнка Трики хочет отомстить. Так, ну все, у него у того выросли почти волосы, и у того. Турист. Че там? Не проиграй, надейся. Так, красава. Хэнк, конечно, разбирает, как всегда. Минус солдатик. Ускоренного обучения, блин. Ускорено. Вот и трики. Воу. У него, кстати, силы есть. У трики. Ой, блин, немного застрял, блин. Так, ладненько. Нормально прорывается Хэнк. Черт, как круто вообще это выглядит. Трики немного, видишь, нестабилен. Минус три. Нет, погоди. Что? Ну, эти солдаты куда круче, конечно, все равно. Обычных агентов Смитов. Агентство против Хэнка. Бэм. Оу. Как дыня. Ребята, треснуло. Блин, что-то дыньки захотелось, если честно. Что-то как-то... Представляете, ребят, вот видите, красное, желтое, да, вот это. Это, представьте, это арбузы и дыни. Вот. Что вы, кстати, любите, ребят, больше, дыни или арбуз? Блин, я бы такой спелый вкусный арбуз бы хотел бы сейчас. Помню эксперименты различные, ребята, над арбузами. Где там резинками стягивали. Это жесть. Так, представить... О, вот это какой-то агент непонятный, здоровенный, крутой. О, воу. Охренеть. Что-то страх было написано. Блин, ну вот мы будем играть в игру, ребят. Если там такой же экшен, вот хотелось бы реально в игру сыграть. Посмотрим, что там будет. Ух, ля, он просто его раздавил. Ой-ой-ой-ой, мы не можем! Дарт Вейдер с силами! Никогда не возвращайся назад. Конец 9.5, часть первая. Офигеть! Все? Это все? Ну блин, как же это круто выглядит. Ну пожалуйста, ну когда же новый эпизод будет? Нет, нет, нет. Написано Madness Project Nexus Coming Soon. Это, по-моему, игра как раз, ребята. Ну ладно. Следующая серия, я так понимаю, будет уже у нас финал по мультсериалу. Но не переживай, братишка. Не переживай. Поставь как можно больше лайкосиков, серьезно. Если тебе интересна игра, мы с тобой в нее поиграем. На этом все, бай-бай, дорогой подписчик.